Вернусь к больному вопросу. Факел социализма – это отвод воды. В прошлый раз мы говорили, и в том числе ответственные лица говорили, что проблемы будут как-то решать, либо пропилом, либо отводом там, на зеленую зону как-то. Но уже сколько дождей прошло, ничего не изменилось. Второй же вопрос также по факелу. Это возле 9-го дома мы были вот, во время визита Николая Васильевича. Там провалился тротуар. Просто провалился на протяжении двух подъездов. Что с этим делать? Значит, проваленный тротуар будет восстановлен подрядной организацией. Здесь даже разговоров никаких не будет. Контрактные условия гарантии 5 лет, поэтому здесь даже не обсуждается. Касаемо тех луж, которые исторически были по этой улице, по факелу социализма, особенно по нечетной стороне, на самом деле есть свои сложности для отвода воды, потому как ливневки там никогда не было. Мы постарались с разными разуклонами сделать отвод. К сожалению, не все получилось лужи отвести, но часть все-таки это мы сделали. Плюс вы знаете лучше меня о том, что вдоль дороги с левой стороны, со стороны напротив домов идут полностью все коммуникации, и там ливневые канализации делать просто невозможно. Есть пару решений, которые мы постараемся осуществить. В основном около 7-го дома и 9-го. Сейчас замечание, скорее всего, сделано на мой адрес. Но, тем не менее, после вашего как бы, высказывания в адрес неправильности действий, мы выезжали на место. Вот бы хотелось понять, после 7 часов этой лужи нет. Она чем мешает для населения? Вот там пешеходная дорожка сейчас сделана. Спокойно люди могут ходить. О каком луже мы сейчас говорим, это находится на проезжей части. Да, решение вопроса... Павел Степанович, я вас перебью, простите, после 7 часов каких суток? И 7 часов чего? Давайте вечера, сейчас, люди, можно сейчас выехать, вот, время 10-11 часов, 12 часов выехать на место и посмотреть, там какая лужа. Павел Степанович, я только что вывесил ночную фотографию, там Ниагара. Сделайте, пожалуйста, снимок и скиньте мне по вайберу, я посмотрю. Хорошо.